В казахстанских колледжах увеличили госзаказ на обучение. В этом году бесплатно поступить в них смогут 107 тысяч студентов. Таким образом, общее число грантов выросло на 10 тысяч мест. Отмечу, в этом учебном году впервые ввели дополнительные квоты для поступления в колледжи детями социально уязвимой категории граждан. Также в госзаказ вошла сельская молодежь. Напомним, что в рамках нацпроекта «Качественное образование. Образованная нация» в будущем в колледжах бесплатно учиться смогут все выпускники 9 классов. Кроме того, для обеспечения прозрачности и доступности обучения Министерством образования разработан новый механизм размещения госзаказа. Ранее гранты между колледжами распределяло Управление образования, теперь же будет размещаться среди колледжей по выбору абитуриентов.